Свое утро семья Осадчих начала необычно. Накануне их пригласили совершенно бесплатно посетить новый контактный зоопарк в микрорайоне Солнечный. И мама троих ребятишек с удовольствием согласилась привести сюда своих детей пообщаться с животными. Все детки, ну, наверное, за исключением самого маленького, очень обрадовались и с большим энтузиазмом утром сегодня проснулись и пораньше собрались, чтобы посетить этот зоопарк. Мне очень понравилось в зоопарке, я кормила козликов и обезьянок. Таких семей в этот день здесь было немало. В честь открытия чудо-зоопарка организаторы решили провести благотворительную акцию и пригласить многодетные семьи, которым не только вход, но и еда для кормления животных предоставлялась бесплатно. Зоовыставка уже успела посетить почти все города Московской области. Зверюшки гастролируют по региону около 10 лет и все это время дарят улыбки юным посетителям. Многие считают, что контакт с животными дает детям возможность получить много новых знаний и легко их запомнить, ведь подкреплены они яркими эмоциями. Хотим приобщить людей с природой, потому что, живя в больших городах, люди не всегда часто могут выбраться в лес, на природу и пообщаться непосредственно с животными. А у нас есть и экзотические животные, да, непосредственно как бы и вот обычные в плане козочек, кроликов. Люди могут пообщаться, потрогать, погладить, покормить. Козочки и кролики – далеко не весь список животных, представленных на выставке. В основном это приматы старого и нового света, есть и птицы, а именно попугаи и туканы, и даже представители класса пресмыкающихся. Их, кстати, тоже можно потрогать. Сотрудники зоопарка время от времени достают змеи из террариумов и под своим строгим контролем показывают посетителям. Восторг у детей и у взрослых необыкновенный. Очень весело тут. Много зверюшек. В принципе, детям всем нравится. Вашим деткам понравилось? Да, но мы боимся. Видно, не было таких заведений. Приходилось ездить в Москву. Деткам же интересно всех погладить, потрогать. Поэтому здорово, побольше будет сюда животных. Возможность пообщаться с животными есть у всех жителей и гостей города Видное. Сделать это можно до 31 марта. Контактный зоопарк открыт ежедневно с 10 утра и до 8 вечера. Юлия Погосян, Владимир Андреянов, Елена Кошелева, Видное ТВ.